по акции компании Johnson & Johnson часовой график. Всю предыдущую неделю котировки находились над уровнем поддержки 122.85. Данный уровень уже выдержал 3 касания. И как можно заметить на часовом графике за последние уже 2 недели, больше даже, наблюдается четкая боковая тенденция между данным уровнем поддержки, который достаточно четко выдерживается, и верхней границей данного диапазона у сопротивления 124.25. Напомню, что после публикации 18 апреля данных по доходности компании было установлено, что продажи немного снизились в целом у компании за первый триместр этого года, но качество доходности компании, выраженное в доходности на одну акцию, выросло до достаточно высокого значения $1.83, что в свою очередь является фундаментальным фактором, который будет поддерживать дальнейший рост. Как можно заметить на 4-часовом графике, ну и на дневном, общая тенденция за с начала, в принципе, года является восходящей, и при имеющихся фундаментальных факторах для данной компании и техническом факторе достижения нижней границы текущего диапазона рекомендую сделки на покупку от данного уровня с первой фиксацией при достижении 124.25, и при пробое данного уровня рекомендую также рассматривать покупки с выходом из позиции при достижении уже следующего сопротивления 125.78.